Здесь снег идет дольше на 2 месяца, стоит с ноября по апрель. Пока здесь катаются на баллонах и санках, но, как обещал зампред Кабмина Эдиль Байсалов, в ближайшие 5-6 лет Чаткальский район станет центром зимнего спорта. Вы видите, что здесь место, вот Акташ Чаткальского района, оно знаменито своим снежным покровом. Несмотря на вот изменения климата, которые затронули, кроме всемирных курортов, они даже наши лыжные базы от Караколи, Бишкеки, вы знаете, достаточно проблемно последние годы. А здесь любое изменение климата здесь не затронуло. Это уникальный уголок, поэтому этот потенциал, он обладает не просто регионального масштаба. Региональный масштаб – это здесь на минуточку 30-40 миллионов человек вокруг. Вот здесь в часовой и двухчасовой доступности. Это Ташкент, это Андижанская область, это вот наш Талас, это там Шымкент. Здесь огромный потенциал региональный. Но у плана нашего района, области, туристических властей – это превратить курорт в мирового масштаба.